Друзья мои, приветствую вас. Хочу с вами поделиться, и не просто поделиться, а хочу, чтобы вы обсудили и поделились своими соображениями. У меня было две собаки. Одна в 3 года ушла, а мальчик ушел в январе 2019 года. В марте было бы ему 15 лет. Он периодически ко мне приходит. Он периодически приходит, причем я не могу голову поднять, я знаю, что он приходит, я слышу. А сегодня под утро та же ситуация, но запрыгнули ко мне 2 собаки. Я уже потом сообразила, что это пришла и 2-я собака. Я голову поднять, как всегда, не смогла, я не спала, это, как всегда, под утро, вернее, даже уже утром. То есть они, вот как собака заходит, так они зашли. И тихонечко прилегли, я поднять голову не смогла. Такое впечатление, что меня как бы кто-то держит. Я рассказала об этом сыну, сегодня поехала на дачу. И так я сказала, что я к вам приду. Вот съезжу на дачу и как-нибудь на этой неделе приду и принесу вкусняшку. И тут, ехав с дачи, совершенно непонятно, по какой причине мы едем мимо, там, где захоронены мои 2 собаки. Друзья, посмотрите, что делается там, где они лежат. Сейчас я попробую вам показать. Вот видите, какие тут вот это вот все, и вот это вот, и вот весь вот этот вот хлам. Видите, по-видимому, здесь резали деревья. И эти деревья падали на мою собаку, которая... Ну, они же не знали, нет же памятника и всего. Друзья мои, это удивительная вещь. Надо помнить, надо любить тех, кто нас оставляет. Надо беречь вот эти воспоминания. Потому что я никогда... Я очень много как бы понимаю, я знаю. Но вот это... То, что случается со мной, в частности, с моими собаками, когда, я думаю, что буквально вчера вот это все рубили здесь, и собаки просто пришли, они пришли ко мне, наверное, за защитой. Вот я пришла, вот эти вот колодки пришлось мне как бы убрать, вот немножко тут отодвинуть, но вот вы видите, что делается. Друзья, возможно, кто-то попал в такую же ситуацию отношения со своими питомцами. То есть вот ко мне сегодня, видите, как все оказалось действительно так, как есть. Удачи вам всем. Берегите тех, кто рядом, и даже близких, вот этих вот маленьких, пушистых. Нельзя их обижать. Они умнее и добрее нас. Удачи!